Физиологически как это положение? Она у вас врач? Нет, она у нас не из Международной ассоциации медиков-интернационалистов. Вот она прислала нам поздравление. Межрегиональная ассоциация медиков-интернационалистов благодарна организаторам международной конференции профилактики лечения рук музыкантов за приглашение принять участие в работе конференции. Участникам конференции желаем найти взаимопонимание в решении очень важной проблемы. Искренне с уважением, президент МАМИ Леонор Анисимов. Так что ей спасибо. Вот так. Вас приветствую. Итак, мы приступаем к одной из самых, на мой взгляд, важных задач для докторов, которые занимаются лечением рук музыкантов. Я уже в начале выступления говорила о том, что у Шмуэля свой медицинский центр в Карнеги-Холл. И, ну, можно сказать два слова, да? У него стена... Стена. Вся фотография. Ну, он любитель фотографироваться. Вот Андрей даже сейчас его будет на пленку снимать. Значит, стена с благодарностью за излечение. Я специально не принесла фотографии, хотя у меня очень много фотографий и статей по поводу Шмуэля. И это вина Шмуэля. Потому что его-то фотографии у меня есть, а вот фотографии Славы Ковальского, который тоже занимается лечением, их не было. И вот, чтобы вас уравновесить, Шмуэль, извините, вот так придется без фотографий. Но они действительно фантастичны, в потрясающем полете Андрюс Лиепа, который вот лежит, и Шмуэль над ним работает. Поэтому... Шмуэль сможет все, что он делает с музыкантами, все, что он делает с с работниками балета. Его время не ограничишь, поэтому если... Ну, я думаю, что вы просто не ограничите, потому что он действительно удивительно говорит, ярко и очень красочно. Поэтому слово Шмуэлю, а завтра, я опережаю, а завтра в 10 утра будет выступать доктор Ковальский. Завтра очень насыщенный день, ибо они будут выступление Ковальского с демонстрацией пациентов. Вот коллеги из консерватории приготовили ряд пациентов, коллеги из поликлиники Большого театра приготовили пациентов. Придет доктор из США, с детьми она приготовила пациентов. Придет заведующий, я уже говорила, придет отделом управления культуры, она приведет своих учеников. Так что пациенты есть, а вот здесь у нас присутствует доктор, который занимается лечением работников балета Академии Натальи Нестеровой. То есть, большой объем работы, который мы могли бы провести, но завтра будут выступления и наших коллег. Я обращаю ваше внимание, еще раз обращаю внимание на выступление доктора Буйлина по лечению лазерной терапии. И 10-го мы разделяемся. 10-го с утра наши коллеги будут докладывать, показывать свои методы работы в поликлинике Большого театра. Вот Диля Усмановна у нас руководитель этого, и если она не возражает, то можно пригласить докторов, чтобы посмотреть, как еще раз будут работать Ковальский и Тац. И в 10 утра в 42-м классе здесь, это класс профессора
Гюльденвейзера, да, будут собираться педагоги. Педагоги, которые будут обмениваться, ну, своими методиками. И вот наши коллеги расскажут о тонкостях их работы. Итак, если 9-го мы все будем вместе и подводить итоги будет ректор Овчинников, то 10-го мы уже с вами расстанемся, мы разойдемся как бы на секции. Все. Спасибо. До свидания. Добрый день. И первым делом я хотел, чтобы подняли руки, кто тут находится, медицинские работники, чтобы я имел немножко представление. Сейчас, кто связан, преподаватели и студенты? Спасибо. Так сейчас я имею проблему, потому что половина музыкантов, половина медиков. Так я не знаю сейчас, как мне начать с медицины. С медициной. Говорите медицину. Значит, начну с этого случая, когда встретился медик с музыкантом. Это правда, это на самом деле правда. Это было 3 года назад, мне рассказал один скрипач. Парень ему 25 лет, хороший скрипач, уже играет. Ему плечо заболело, так это неудобно, он сказал, почувствовалось, было заниматься не так легко. Но он решил пойти к специалисту. Конечно, как в Америке есть специалисты не только для плеча, но и в Америке есть специалисты тоже для мизинца или первого пальца. Ну, так он пошел к специалисту для плеча, который, значит, очень все его знают, видел его снимок, как он лечил. Это теннис, который теннис играет там всякие, очень знаменитые теннисисты. Так он решил пойти, если уже идти, так уже идти к лучшему. Так он пошел к нему, тот ему сделал снимок плеча. Говорит, приди в следующий раз, говорит, ну, слушай, все в порядке выглядит. Говорит, я хочу, чтобы ты принес скрипку, в следующий раз, когда ты придешь. Ну, тот думает, это уже серьезное дело, все-таки врач просит, как скрипку принести на прием, это уже звучит, это очень серьезно. И он принес эту скрипку, он говорит, я хочу посмотреть, как вот ты играешь, это очень важно, значит, как ты. Ну, он взял эту скрипку, там, что-то попробовал играть. Говорит, ну, слушай, звучит хорошо, такое, что это за скрипка? Он говорит, это старая скрипка, значит, это хорошо. А говорит, так что за проблема? Говорит, ты вот играешь уже 5 минут, и так звучит, что ты играешь. Говорит, да, ну, говорит, час, когда я занимаюсь, после часа мне начинает это плечо неудобно, как-то что-то меня сжимает, знаете, если я больше играю, у меня больше болит. Да, говорит, ну это, конечно, это проблема, потому что я понимаю, тебе надо заниматься намного больше, чем час. Значит, знаешь, у меня вот как раз сегодня утром был этот знаменитый теннисист, это Андреа Гасси. Наверное, обрати внимание, с длинными волосами такой парень играет, это теннис. Так, вот он тоже жаловался, то же самое на правое плечо, что вот он стоит, значит, натренирован. Час работает с правой стороны, ну вот плечо, так я ему сказал, слушай, почему тебе полчаса с правой стороны, а потом с левой занимайся, так это ты восстановишься. Ну да, говорит, на самом деле я могу как-то время, полчаса, тут не надо. Так вот ты на скрипку, слушай, занимайся полчаса правой рукой, а полчаса левой. Я тебе уверяю, что ты сможешь заниматься сколько ты хочешь. Нет, ну это анекдот, это правда, понимаете? Ну тот парень говорит, слушай, на самом деле, я попробую. Ну он, конечно, ушел от него, но он такой надеждой, что на скрипке можно заниматься не только, знаете, правой рукой, но можно и левой рукой. Вот пианистам тяжелее. Хоть мы знаем, что тоже не так уж плохо, потому что сегодня в Америке такой самый популярный пианист, который играет только левой рукой, Леон Флейшер. Флейшер. Да, Флейшер.
Значит, он играет только большую-большую карьеру, имеет игрой только левой рукой. Вы знаете, даже Прокофьев тоже написал концерты. Да, Прокофьев, он играл, да. Прокофьев написал, вы знаете, и Равель написал, и Скрябин пару этюдов, да, есть написано. Да, и есть, и Бах, мне кажется, некоторые вещи переделал, Брамс. Он играл даже весь ресайтель, я помню, год тому назад, в Карнеге. Левой рукой, только левой рукой. Значит, смотрите, есть выход, на скрипке можно играть правый, менять. На рояле можно играть одной ногой, но это специально, Дарюша. Но что я вам только скажу, что за последние, я только 10 лет, как я связан, работаю больше с музыкантами. Раньше я больше работал со спортсменами. Значит, так что я вижу, что, что есть проблемы, есть немножко проблемы. И самое обидное для меня, что никакой коммуникации между медработниками и преподавателями нету. Я не говорю, что у вас, я не знаю, я только вам буду рассказывать и говорить, что не у нас, но там, где я нахожусь. Потому что очень мне тяжело говорить у нас, так как у нас, я могу подумать, может это Литве, у нас может для меня будет в Израиле, и у нас может быть в Америке. Так что я буду говорить там в Америке, или там в Израиле, и пальцем показывать Литва, в эту сторону, да? Или Литва, ну там, да. Так, значит, в Америке это страшная проблема, что преподаватели и музыки, медработники, это нет никакой связи. В таком духе, что любой преподаватель, он говорит, что у тебя проблема, потому что ты неправильно, и ты не слушаешь меня, ты неправильно играешь. И тут есть с балетом тоже, сколько людей кто занимается с балетом, если... Так у балетов вообще это страшно, да, там преподаватели кричат, что у тебя все болит, потому что ты не слушаешь меня. А там вот нога такая уже нету страшнее, но я говорю, ты не слушаешь меня. Все-таки есть ограничения. И у преподавателей есть ограничения, у медработника. Есть ограничения. К сожалению, что я немножко играл на трубе, так я знаю все-таки, что не все можно играть на трубе. Не все можно играть на рояле. И не все можно сделать ножом. И не все можно вылечить манипуляцией, и не все можно лекарствами вылечить. Но когда как-то все делать комплексно, комбинировать, и думать, и советоваться, и молиться, тогда поверьте мне, что можно многим случаям помочь. И на самом деле мне повезло в моей жизни встретить таких людей, которые медленно-медленно открываются. Это занимает на очень-очень много времени. Так что я уже сколько, 25 лет больше работаю, я только встретил одного, я лично одного ортопеда, врача, хирурга, как вы называете, который немножко смотрит, что такое physical therapy, я вам то объясню, что такое, значит, который врач, который немножко заинтересован, увидит, что такое хирург, врач, который немножко заинтересован какой-то альтернативной медицине. Еще, я буду, все, что я говорю, это то, что я вижу. Я не знаю, что у вас делается. Я не знаю, что у вас делается. Я только могу сказать, что там в Америке делается, что в Израиле делается. Это я могу сказать. Я встретил, наконец, скажем, пару преподавателей, которые присылают мне детей 12 лет, 8 лет. Я вам даже, тут есть наверняка еще некоторые люди, которые помнят Бондаренко. Петр Абрамович Бондаренко, значит, который, помню, лет 15 тому назад в Тель-Авиве, он сказал, слушайте, я хочу быть у вас ассистентом. Я говорю, профессор, значит, меня надо срочно поднять в академики, потому он был профессор. А
Я кто я такой? Так я говорю, мне надо быть академиком, чтобы вы профессор, у меня был ассистентом. Я так понимаю, так это бывает, нет? Потому что он как-то, у нас там была какая-то встреча, и он, значит, это то, что я говорил, там это объяснял, такой, говорит, это вот это надо, вот это именно эта связь. Как я читал в какой-то книге «Искусство фортепиано игры», я Снейнхаус написал, да, что он где-то там говорит, что все танцоры, у них тело должно быть как у, все у пианиста тело должно быть как у танцора. Так я читал, я помню, не помню, на каком языке, есть перевод на английском. И он всех своих пианистов отсылал учителю гимнастики. Так он писал. Когда я говорил с другими немножко, так он писал, что значит, как это важно, тело исполнителя, музыканта, чтобы играть хорошо на рояле. Когда я сегодня смотрю, как выглядят самые большие музыканты в возрасте 80 и даже 90 физически, я сейчас разговариваю на физиологии, я вижу, что они физически здоровые, очень-очень физически здоровые. Да вот посмотрите, вспомните Рубинштейн, Артур Рубинштейн, да? Антона я не помню, к сожалению. Да. Так я вот, так для меня он был какой-то большой мужчина с большими плечами. Это его звук, его выход на сцену. Это вы знаете, ну когда я его увидел вот так, я не мог поверить глазам, это на самом деле очень стройный. Невероятно, что он маленький человек, он все маленький, очень маленький человек, но было видно, что он физически очень сильный, уже не говоря, что у него какая сила у него в голове была, уже не говоря, что вы знаете, у него пятый палец, у него был как четвертый палец, это Бог ему подарил, понимаете, так как некоторые другие вещи. Если я вижу даже, как этот выпускник вашей консультории Ашкенази Владимир, да, так он выглядит, как он может завтра выйти в ринг, боксом заниматься. Какая хорошая физическая подготовка. Потому что сегодня, чтобы в мире выдержать это напряжение, это называется психофизическое напряжение, то, что музыкант должен пройти, это надо быть, поверьте мне, сильнее, чем спортсмену, потому что в спорте все-таки в основной физическая подготовка. В музыке то же самое, физическая и психологическая подготовка. Есть тут скрипачи тут? Скрипачи? Да. Да. Ну, например, вы знаете, Мидори есть такая. Все вещи, если я буду говорить такие примеры, это хоть они у меня и лечились, но это было написано во всей газетах. Это таком, в таком духе, это не секрет. Есть вещи, которые я не могу сказать, так как у меня лечат, но вот такая это Мидори, которая скрипачка, мне кажется, она считается в мире. Я не говорю, кто лучше, это не я, но она более известна, чем Венгеров и Репин. Понимаете, она намного более известна считается. Ей 20, она японка, которая выросла в Нью-Йорке. Ей 24 года, и мне кажется, что с этой большой карьерой она уже почти кончила карьеру, потому что она, там в газетах написано, что она больная и физически, и психологически. Я ее даже неделю-две назад видел, на самом деле это жалко смотреть, что такая молодая женщина с таким талантом, с таким успехом и прочее, и она уже взяла год, не играла, и сейчас она выходит играть, концерт один, потом два концерта она не играет, и в газетах написано, что у нее психологические и физические проблемы. Когда она ко мне пришла, когда ей было 20 лет, так я старался немножко, значит, это сказать, что, слушай, это же не выдержишь долго. Она говорит, как я могу? У меня же надо играть с Бостон симфонией, мне надо играть с Чикаго симфонией, через неделю мне надо лететь в
Париж играть, потом после Парижа я лечу обратно в Лос-Анджелес, после Лос-Анджелеса я лечу в Токио. Это все, знаете, такое расписание на неделю, на две. Так выдержать это музыканту, чтобы это выдержать, так ему надо не только вкусно и полезно питаться, но ему надо и очень сильно работать на тело и на психологию, не связанную с музыкой. Это что-то другое. И понимаете, какой бы хороший преподаватель ни был, он не может быть и воспитатель, физический воспитатель, и он не может быть психолог. Это значит, так как мы знаем, что сегодня люди, которые имеют и человека, который занимается его психологией, кто как-то в Америке говорит personal trainer, который, значит, приходит 3-4 раза в неделю к нему домой, потому что это время нету делать гимнастику, и кто-то другой приходит, это ему делает массажи и всякие другие вещи, и мы уже видим, что в Америке есть такие люди, которые даже уже с ними разъезжают ихние или психологи, или кто занимается их телом. Когда у меня был разговор очень серьезный с такой скрипач Айзек Стерн, он говорит, да, говорит, я помню, Фриц Крайслер, он не делал гимнастику, как он играл и прочее, прочее. И даже вот этот Натан Мильстайн с Одессы. Значит, он тоже 80 лет, и он еще играет, но не делал гимнастику, я знаю, он любит вкусно покушать. Так говорю, маэстро, говорю, сколько концертов Крайслер в год играл? Он так смотрит, ну вы же знаете, что он играл не больше 30-40 концертов. От концерта до концерта он ехал на поезде или на лошаде, я знаю, там. И там у него было время восстановиться. У него не было так, это утром записи, вечером концерт, а ночью он идет на телевидение дать интервью. Даже не было такого, знаете, этот Крайслер. Или даже, интересно, Мильстайн, который умер только 3 года назад, он только последние годы начал лететь самолетом. Он никак не согласился лететь самолетом. У него было то, что такое, знаете, с Одессы, с деревни, где-то под Одессу он уехал. И он, значит, с самолета, он только на поезде и на пароходе, да, это правда, и только последние годы он начал самолетом лететь. У него это, да, конечно, у него было время, и организм, вы знаете, извините меня, ну, всегда вот перелет, час быть в воздухе, вы не представляете, какое это большая нагрузка на организм, уже не говоря, что мы в самолете дышим. Уже не говоря, что мы в самолете кушаем, понимаете? Это очень влияет. И это и сегодня музыканты, вы же знаете, что они из самолета не выходят. И в гостиницах они спят каждый раз. У них не такие хорошие гостиницы, как в Москве, понимаете? Так они спят каждый раз на другой постели. Это значит, все спина меняется. Они питаются все время. Другие вещи. Это все, это 1000 вещей вам могу приводить, как это влияет на организм. И как надо быть сильным. Как надо быть сильным. Это все знают, что Ягуди Минухин, когда было ему сегодня 82 года, и он еще бегает, играет, и на самом деле он двигается как никто. Очень гибкий. Очень координация хорошая, но мы все знаем, когда ему было 30 лет, он почти перестал играть, потому что тоже то, что сегодня случилось с этой Мидори, с ним случилось 30 лет назад. И тогда он поехал в Индию, и год он, значит, разучал йогу и все вещи, связанные с здоровьем. И когда я помню, первый раз я у него в Тель-Авиве, я к нему пришел. К сожалению, не он ко мне пришел, потому что он был уже занят, и я сказал, что с большим удовольствием я с вами встречусь. И когда мне надо было там какой-то делать немножко такой точечный массаж, я подумал, что было бы хорошо, чтобы была у меня какая-то мазь, я не занимаюсь этим, такой вот секундочку.
И он открыл это самое такое ящик, и там было, может быть, 20-30 всяких разных таблеток и пилюль. И с одной пилюли он взял, раскрыл, и там было масло. Он, что я хочу сказать, первым делом это были таблетки, все витамины и минералы. Не были там это все аспирины, это все были такие, как это, supplements, на английском говорят, ну... витамины, да. И он не только что он это брал, но он знал точно, что находится внутри. Вы понимаете? Он знал, что вот там находится такая мазь, что это хорошо, чтобы вот, если не берешь туда, так это хорошо, наверное. То он говорит, что если вы видели, даже покажут всегда фильмы, когда вот даже сейчас он делает йоговские позы, это что такое... Очень так это грамотно, и видно, как он дышит, как он умеет дышать. И сегодня ему 80 лет, он уже на скрипке так это много не играет, потому что есть некоторые вещи, что даже если мы будем правильно дышать и правильно двигаться, не поможет даже кушать. Но факт тот, что он, что он играет, он дирижирует в основном сейчас, дирижирует и прочее, прочее. Потому что многие его, с его генами, с его, то, что он имел молодость, уже давно, наверное, не играет. Понимаете? Так что, что я хочу сказать, что если некоторые музыканты, они вовремя, они себя как-то схватывают, да, и они восстанавливаются, знаете? Но с другой стороны, история показывает, что многие музыканты уходят. Уходят, и причина только это... физические проблемы и психологические. Сейчас это в Америке все с ума сходят. Есть такой фильм «Shine». Это про пианиста с Австралии. Вы знаете эту историю? Да, да. Это сейчас в Америке это что-то невероятное, что человек первый раз приехал, ему этому пианисту интересная история. И ему было 12 лет, очень талантливый был в Австралии, и его даже там показывают в кино, что его Айзек Стерн услышал и хотели его привезти в Джульярд, платить ему все. Но отец, такая большая любовь, он не согласился, что мальчику 12 лет, чтобы он уехал из дому, и он остался. В Австралии, 14 лет, все-таки этот мальчик почти силой убежал в Лондон. Его взяли в Лондон учиться, и он поехал в Лондон, и он там начал играть, там был это большой уже дебют и прочее, прочее. Он должен был быть звезда, и во время концерта, он как раз там это Рахманинова, третий он играет, не второй, и третий он упал во время концерта, он кончил, упал, это в кино показывают, но это правда. Он упал, и потерял сознание, и после этого он 10 лет был в психиатрической больнице, и случайно он вышел с этой больницы, когда ему было уже 40 лет, и вот на... это правда все, это его женщина такая встретила, он начал играть, и сегодня он это даже когда была Оскар сейчас, вы не видели, наверное, Оскар, он играл, что он играл? Он играл... Да, «Полет шмеля» правильно играл, видите? Значит, это смотрело миллиард людей. В таком духе он начал играть, но все знают, что он играет, к сожалению, как... Он не поступил в вашу консерваторию, к сожалению. Как он играет сейчас, но это его пластинки сейчас продаются. Это еще ни одна пластинка так не продавалась. И книгу выпустили, и концерты. Все по Америке сейчас разъезжают, это там такая... Ну, потому что это такой интересный случай, это значит, что он, и он больной на самом деле, вот такой больной, он на лекарстве, но я хотел сказать, что, понимаете, что психологически его 12 лет не подготавливали, и остановка дома, и он разорвался, лопнул и прочее, прочее. Такой талант, потому что я больше уверен, что он был, может быть, не меньше, чем Киссин. Что я тоже не знаю еще, насколько это будет продолжаться, это вы знаете очень с большим уважением, сколько, потому что это вы знаете, он будет так это наверху, это не ясно, хоть его там очень так, это он не играет 100 концертов, он играет только 60 концертов, но все равно столько много там есть напряжения возле него,
что этот организм выдержит и не выдержит, очень неясно. Скажите, сколько учителей физкультуры тут есть среди нас? А в консерватории на татах сколько учителей физкультуры? Есть, наверное? Есть, да? Конечно. Есть, да. Но ни одного нет. Ну, это очень, между прочим, это, я вам скажу, два месяца назад я в Варшаве немножко был точно такой приблизительно, не так хорошо организованный, не так это больше в Варшаве была такая встреча. Тоже там, между прочим, были два учителя физкультуры, так они меня потом нацеловали, обнимали, что наконец кто-то это сказал, и слушай, что, потому что, конечно, относится к физкультуре, это же у вас туда же, я знаю, так мне сказали, что невозможно кончить консерваторию без зачета по физкультуре, да? Да, да. В Америке можно кончить среднюю школу и консерваторию без физкультуры. Понимаете? Так что вы представляете, что это значит, потому что всегда там есть возможность выбирать всякие предметы. Да. И это самое страшное, это должна быть это самая дисциплина серьезная, это физкультура. Ну, конечно, это я согласен, некоторые преподаватели бросают мяч, играют в футбол, а он сам курит, стоит. Это уже другая крайность, да, но вообще так это другое. Это самое главное, чтобы в музыкальных учреждениях, мне кажется, это врач хорошо, это отлично, но намного важнее это учитель физкультуры. Потому что если учитель физкультуры, он будет как следует заниматься, так нам врачи не нужны, нам вы не нужны. Так что вы будете делать? Найдете, что делать, да? Хорошо, да, сейчас свободный рынок, как вы говорите. Но это на самом деле это так. Если учитель физкультуры будет хороший, это звучит очень странно, но вы знаете, и у вас тоже уже, но в Америке, значит, сейчас все по-сумасшедшему занимаются физкультурой, платят большие деньги. Но когда в школе, так они выходили, старались уйти с уроков физкультуры. Значит, сейчас немножко придем на руки, потому что это насчет тела говорил, насчет Рубинштейна говорил, а еще Хайкинса не помню. Он же тоже это самое. Вы понимаете, какая Россия, какая страна Россия, что надала, какие музыканты надала в мир. Вы знаете, в Америке все меня спрашивают, почему эту книгу написана на русском языке. Я говорю, ну, говорю, знаешь, сколько я помню вот такие музыканты, скажи пару имен. Пианисты. Сейчас или какое время? Ну, вы сказали, в начале первого. Ну, как это? Левин был такой. Розина Левина, она тоже та самая. Да. Потом Рахманинов. Ну, боже, ну как это? Горовец, да. Рубинштейн. Ну, такого сейчас. Ну, как это сейчас? Это Кисин. А Шпиназ, ну, ты бы заметил, что все они говорят, читает на русском языке. Понимаете? Или скрипачи, говорю. Смотри, кто скрипачи в начале века? Это Хайфец, он разговаривал с Петербурга. Извиняюсь, с Вильнюса, но он учился в Петербурге. Говорю, Мильстен, говорю, с Одессы. Айзек Стерн, между прочим, он разговаривает прекрасно на русском языке. Вот он уехал, ребенок, говорю. Пятигорский, говорю, все они уехали с России. Все музыканты, это даже Минухин, который родился в Лос-Анджелесе, он тоже немножко понимает на русском языке. Так вот, так потому, значит, мне повезло, значит, что я даже встретил Володю Майорова, который знает немножко лучше русский язык, чем я. И значит, мы вот решили, что именно на русском языке, потому что все читают и все понимают. А если это американцы не заходят, нам заплатят каких-нибудь пару миллионов долларов, так мы им это разрешим перевести, это самое, на английский язык. Но вообще-то, когда пусть будет это секрет, только русскоговорящим и читающим. Это на самом деле, это нету сомнения, что и в Нью-Йорке, и в Тель-Авиве, и даже в Вильнюсе все музыканты разговаривают на русском языке. И вот я сегодня стою здесь в этой консерватории, думаю, что я тут делаю, я не верю, я должен себя почупать. Я говорю, чтобы снять на видео, увидишь на самом деле, что я мог подумать когда-нибудь, что я приеду
Москву, в консерваторию, и кто-то будет терять время, чтобы слушать эти всякие такие вещи, потому что на самом деле это Московская консерватория, Москва, в мире музыки это считается, это на самом деле столица мира, не то, что говорили нам когда-то, учили 20-30 лет тому назад, но на самом деле это столица, столица мира. И только иногда, может быть, вам, уже не мне, я уже чуть-чуть старый, вам стоит подумать, что почему с этой стороны уехал и Хайфец, и Пятигорский, и Мильстайн, и почему уехал, и почему, вы знаете, я, конечно, вы скажете, ну Ойстрах и Коган, и Гиллес не уехали, но вы знаете, это было другое время и прочее, прочее. Так что иногда так это, между прочим, подумайте, молодые вы, что они может быть. Они не уедут, простите, как? Пожалуйста, они не уедут. Они... У нас все равно хорошо. Нет, они, Горовец приехал тоже через 50 лет, но я не хочу, чтобы Киссинг к вам приехал через 5 лет. Он приедет через 10 лет. Через 10 лет, да. Отлично. Он как только запишет в Лондоне, так он вернется с серии концертов. Отлично, отлично. Так я надеюсь, что это самое вы повлияете, будете на его посылать положительные лучи, и он, значит, он приедет не через 50 лет, потому что вы будете иметь на самом деле очень большое удовольствие и прочее, прочее. Значит, сейчас немножко насчет РУ. Я кое-пару слов скажу, и потом, значит, вы будете меня спрашивать, потому это будет более интересно. Сейчас в Америке уже очень в моде появились, почти в каждом большом городе есть клиники, которые занимаются performing arts, исполнители. И там и для музыкантов, и для танцоров, и для певцов. Это в каждом городе, это в основном возле больших больниц делают эти центры. Значит, ну, вы понимаете, что иногда то, что я вижу, что иногда, и это в основном делают хирурги, между прочим. Mm-hmm. Все, которых я знаю, это хирурги, или минимум он хирург по рукам, этот который человек, который это дело организует. И это то, что я вижу, так это только чтобы чтобы ловить пациентов для операции. Потому что, понимаете, это так это, есть там уже такая традиция, что если болит, так это надо уже идти мне к хирургу. Ну, вы знаете, любой хирург всегда ортопед, там по-другому, там orthopedic surgeon называется. Тут ортопед, мне кажется, по-другому у вас немножко, но в Америке orthopedic surgeon, кому-то, что болит в теле, не в костях или в суставах, или в мышцах, они все идут orthopedic surgeon, так уже принято. И они, конечно, они, чтобы стать orthopedic surgeon, так в Америке надо после средней школы надо учиться еще 15 лет, чтобы уже ты мог сказать, что ты orthopedic surgeon. Так понимаете, когда человек 15 лет уже учится, так он на самом деле, он специалист такого класса, что, знаете, уже это на самом деле очень высокого класса, это ортопед. Они делают такие вещи, чтобы, знаете, даже вот Ковальский будет говорить, даже в Израиле, которая тоже страна такая уже очень связан с Америкой. Но даже в Израиле нету таких ортопедов, как в Америке, потому что они имеют, ортопеды в Америке имеют столько много практики, столько много людей, там, которые они оперируют, и там так вот удобно оперировать, потому что в основном не надо, люди не платят деньги, страховки платят. А так исторически вышло так, что за операцию платят очень хорошо деньги. Ортопедам и пациенту не надо ничего платить. Так всегда говорит, почему, если врач предлагает пациенту операцию, говорит, почему ты заботишься, говорит, это твоя страховка платит. Ну, страховка платит, еще переспать в гостинице, а там гостиница, в больнице. Ну, так это, знаете, это самое, так они делают. И это так это обидно, потому что даже вот вашу Оксану Бауль, она ваша или украинская, ну, это все равно это как-то. Так вот, ее они же уже загубили.
Девочке 15 лет, ей уже сделали это артроскопик, ну, в колено оперировали ее, вот самое. Это все было ясно, чтобы потому что этот ортопед, он хотел получить эту рекламу, чтобы там, конечно, получил всю рекламу, он не взял ни копейки у нее. И она уже, понимаете, она, вы знаете, что она то in, то out, то она один день она может кататься, другой нет. Потому что 15 лет, это кто оперирует, между прочим, книга Майи Плисецкой, это вышла книга, наверное, у вас тоже. Она ясно пишет, когда ей было 16 лет, такие это, тут какой-то, он уже, наверное, давно-давно тут врач умер, она пишет его фамилию, какой-то хирург, я сказал, Майя, тебе 16 лет. Ты еще может пойти учиться в университет, ты способная девочка, зачем это надо, потому что его колено, это точно тебе не разрешает, это Майя Плисецкая пишет, танцевать. Он сказал, иди просто учись в школе, хватит, танцевала, я тебе как это, как дедушка говорю. Ну, она, конечно, плакала и пошла к какому-то массажисту, который был массажист Динамо, мне кажется, какой-то старичок. И она сказала, вот в подвале, там это, она пишет в этой книге, это я читал 3 раза, 4 страницы написано, как он ее каждый день массировал, ее колено, и она говорит, через 2 недели она танцевала, и вот уже сколько лет прошло, она еще, видите, не только ходит, она еще танцует, понимаете, и тогда она пишет фамилию, кто такой самый знаменитый, ну она уже тогда была 16 лет, я понял, она была уже очень талантливой девочкой. Да, понимаете, так что эти хирурги, конечно, тут есть хирурги, меня бить не будет никто. Окей, ну это страшно, это страшно, что делается, и с этими руками, как они, и коленами, и все, значит, это вы же кого прооперировали, этого Флейшера, которого тоже его оперировали, потому он уже 20 лет не играет правой рукой, потому кого уже прооперировали, Пирая сейчас, Марис Пирая, наверное, вы знаете, оперировали. Да, так он тоже один день играет, другой день не играет. Так это вы страсти рассказываете, что да, да. Нет, я хочу сказать, что это немножко, чтобы, если уже вы пошли на операцию, так вы должны знать, что уже возможность очень-очень маленькая, что вы вернетесь играть. Это уже должны вы знать, это что вы должны делать все, как я сегодня новое выражение слышал, третья медицина, это я еще не слышал, но я понял, что это самое, что вы должны все делать, да, чтобы не пойти под общий наркоз, и даже частный наркоз. Все, значит, потому что если вы сделаете, вы уже все. И это очень, между прочим, есть, как это говорят, много дорог идет в Рим, да, есть такое выражение. Все дороги идут в Рим. Все дороги. Ага, это не то хотел сказать. Я хотел сказать, что любое заболевание, очень-очень много дорог, как это вылечить. Я не хочу ничего сказать против китайского метода, или против мануальной терапии, или против рефлексотерапии. Есть очень много дорог. И, конечно, очень тяжело найти самую лучшую дорогу, самую правильную дорогу. Это очень-очень, это только может быть, когда, еще раз говорю, преподаватели вместе с медиками есть на самом деле связь. И, значит, как в некоторых случаях на самом деле надо иметь терпение. Потому что это мы думаем, что вот так как это уговаривать, операцию сделаем, 2 недели восстановления, и ты будешь уже танцевать, понимаете? Ну это все это, слушайте, это все это, мы знаем, что это бывает чудеса, но это все это неправда, что это восстановление не 2-3 недели. Можно через 2-3 недели ты можешь начать кушать уже правой рукой. Я не знаю, насколько ты можешь играть. Значит, как я работаю? Я в основном... Простите, ради Бога, просто я должна представить. К нам приехал вот доктор Бойлин. Я хотела вас познакомиться. Это вот основоположник. Будем так считать. Лазерной терапии. Мы тут занимались, поэтому просто я вынуждена уйти, прошу прощения. Лазеротерапией, так то же самое, наверное, чтобы вы здесь сказали, что врач тут занимается, я больше уверен, что есть, занимается, даже не знаю, как сказать, это бы некрасивое слово звучало бы, чтобы врач в Америке занимается лазерной терапией.
Это, я не знаю, как это объяснить, но это бы сказали, что, наверное, он немножко у него не в порядке. Нужно на него посмотреть. Да, да. Извините, в Америке. И что я вижу? Слушайте, господа, знаете, мне так не повезло в жизни. Я рос до 25 лет в Литве, и потом немножко тут в России, на Украине, потом в Израиле 10 лет, и в Америке уже 10 лет. Так мне так, знаете, я так это всего видел. Я не говорю, что это хорошо или плохо, но это вообще страшно, что медицина в Америке, это значит, тут нет адвокатов американских? Значит, это направление, как сказать, очень-очень уже так это пахнет долларами. Очень-очень пахнет долларами. Потому что я понимаю, люди, которые 15 лет, вот этот хирург, который 15 лет, вы знаете, чтобы это как это не только учится, а как работает, чтобы наконец получить разрешение на работу. И потом к тебе приходит человек, который вот это видишь, вот так это 5 000 долларов вот так это у тебя с пальцев уходит. Ну слушайте, это же жалко. Это займет тебя полчаса. Артроскопик это surgery. Это полчаса и вот 5 000 долларов. И ты знаешь, что ты 15 лет, ты не зарабатывал ничего, ты учился по ночам. Ну слушайте, это надо быть на самом деле очень сильным, чтобы не сказать этому больному, иди на лазеротерапию, иди на иглоукалывание, или на мануальную терапию. Это надо быть на самом деле святым. Это надо быть святым, потому что такие вещи. Значит, да. Так, как? Надо не иметь этих 5 000 долларов. Ну не надо, типа, вот эта проблема, что тебе не надо иметь, понимаете? Нет, понимаете, вот это проблема, что в Америке не надо мне иметь, чтобы мне лечиться, мне не надо иметь денег. Наоборот, в Америке лучше лечение получают, у кого нет денег. Понимаете, лучше. Когда ко мне приходит богатый человек и знаменитый, так я знаю, ну его уже там это уже так это залечили, что уже я слышу, что он был у того, и это у кого нет денег. Так первым делом их врач никогда не старается лечить, он старается их чем быстрее вылечить. Денег. Повторить, да. Повторить это. Есть для бедных всегда, у которых нет страховки, всегда есть такие больницы, которые на самом деле бесплатно, на самом деле, но там ты в комнате, там проблема только, ты в комнате находишься там в основном еще с одним другим больным. Да, это неудобно, потому что так привыкли они в больнице иметь свою собственную комнату, значит, это с телевизором, как это, ремонт-контроль, вы знаете, и телефон в основном у тебя, а когда ты находишься с кем-то в комнате, тут ему звонят по телефону, а ты тут лежишь, понимаете, это же неудобно, это все-таки это больница, понимаете, так что это, вот это неудобство, чтобы быть в государственной больнице, там нету телефона возле тебя, и ты вдвоем или троем в комнате находишься, но все получают, это не реклама капитализма, это вообще, это, вы думали, ну да. Вот, так как я немножко, у меня есть уже пару минут, так я скажу, как я в основном лечу. Как я лечу? В основном так я комбинирую это вещи, которые я разучал в Каунасе. В основном в Каунасе я разучал лечебную физкультуру в Каунасе. Потом это я очень делаю много лечебной физкультуры. Потом, когда я приехал в Израиль, такой специальности, как лечебная физкультура, не существует на Западе. Я должен был, тогда еще был я молодой, я пошел учиться, как называется, такая специальность physical therapy. Я учился да, 3 года, там я тогда, сейчас уже 4 года школа, я тогда был 3 года в эту школу. И разучал это physical therapy. Physical therapy на Западе это человек, который работает, как у вас называется, мануальная терапия. Это мануальная терапия, вы знаете, что это значит руками, ложите на плечо, на спину, на голову, руки. И врач, он делает то, что он знает делать, что-то он учил делать. А второе такое часть этой physical therapy, как у вас называется физиотерапия. Это в основном это
начиная от токов, да, в основном это токи, начиная от токов всяких, токи Бернара, интерферсиональная терапия, ультразвук, да, и значит вся эта лазерная терапия, магнитотерапия, это все значит, что мы это, и значит, вода. Да, это тоже это считается часть. Так это на Западе это один человек, который это все делает комбинацию. Есть некоторые люди, которые больше специализируются в электролечении, некоторые в лечебной физкультуре, некоторые, как вот Ковальский, он больше в мануальной терапии. Но вообще так это специальность, которая делает эти три вещи. Потом есть еще другие специальности, например, мы слышали хиропрактор. Хиропрактик. Это то же самое, то, что physical therapy, только не называется по-другому, но практически они те самые. Потом есть третья специальность, которая называется osteopathic physician, osteopath. Это, между прочим, в каждой стране, в Англии по-другому, между прочим, в Америке по-другому. Да. Так это то же самое, все люди, которые вот делают эти три вещи, то, что я вам сказал. Значит, то, что я стараюсь сделать. Иногда успешно, иногда не так успешно. Значит, что для меня пару вещей, что для меня самое важное, когда ко мне приходит это самое, или ему 10 лет, или ему больше, это, конечно, его осанка. Как его осанка? Потому что я говорю, что это самое главное. И перед этим, когда он заходит, всегда я ему пожимаю руку. Подожди, девочка, вот сидит и не очень любишь. Спасибо. Я сейчас не работаю. Я не работаю, я же не без халата. Как я могу смотреть, девочка, без халата? Мы в халате, должна быть у меня секретарша. Это она должна прийти посмотреть меня, заплатить $100, понимаешь? Здесь наоборот, здесь ты заплатишь, она тебе заплатит. Да, да. Да, я не работаю. Значит, ты меня так убила, да, с моими долларами всегда. Да, я вот привожу рубли, сколько там вот, самое главное осанка. Потому что посмотрите, вспомните, как сидел Рубинштейн, как Володя Ашкенази. Кисин. У меня есть его фотография в 13 лет, вы помните, там в галстуке, в пионерском галстуке. Как он сидит, он говорит, это невероятно, понимаете. Это самое главное, это самое главное, я считаю, что обращать внимание на осанку. Конечно, когда вы преподаватель работаете, и вы в основном для вас, я понимаю, вы слушаете, для вас это звук. Это все связано Божьим Духом. Но если у вас преподаватель был, как Унинхаузен сказал, хороший учитель физкультуры, он бы позаботился об этом. Вам тяжело заботиться и о теле, и вы стараетесь, да. Да. Но это же тяжело. Если у вас были хорошие связи с медработниками, так всегда это было бы идеально. Но для меня самое главное, это начинается процедура, как музыкант мне жмет руку. Я никогда не забуду, когда Вайн Клайден, я думал Вайн Клайден, когда я его услышал, тут это он играл в вашем большом зале, да, в 62-м году. В 58-м первый раз, да. Да, в 58-м году, как он играл, я помню, я слышал по радио, значит, я мечтал, что это самое... что я жмал руку, я почувствовал, что он взял мою руку, так я почувствовал, что я, вы знаете, этот поднялся, у него, вы знаете, он большой человек, рука у него, я так пожал мне, вы знаете, не как какой-то спортсмен-боксер, но он пожал мне и сильно, и тепло, и приятно. Это было чувствовалось, что эта энергия, у него его пожатие, это отсюда, как вы, наверное, говорили, надо играть отсюда, да. Так он пожал руку, что я уже... Так я считаю, когда вот я вспоминаю даже сейчас, как, скажем, в основном музыканты пожимают руку, Айзек Стерн, так ты чувствуешь, что это сила рукопожатия, это начинается. Я говорю, что я не могу с тобой начать работать, пока ты не начнешь мне... Да, по
потому что приходят эти, значит, это, эти, тут в Японии никого нету. Так я вам скажу. Так я говорю, ну так ты можешь играть этюды Шопена? И вы знаете, я и по службе, и по дружбе, я должен ходить два раза иногда в день на концерты. Это что есть в Нью-Йорке, так на самом деле, концерт там это есть. Иногда мне надо идти днем то, что играет мой пациент, а вечером, что играет моя жена, или наоборот, что-нибудь в таком духе, что иногда. Иногда я специально после концерта, иногда иду для удовольствия. Иногда иду для удовольствия. Да, не думайте, что иду для удовольствия. Иногда я специально иду за кулисами, я не знаю, ли здесь принято, но в Америке принято, что за кулисами пойти и сказать, что ты сам. Спасибо. Иногда мне интересно, вот я слышу эту игру и думаю, ну, я представляю, что он мне пожмет руку так, потому что это игры, значит, это слышно, как это вот это, как это, и знаете, в основном я прав, потому что кого я вот так это специально, значит, это на самом деле, вы понимаете, вот, я вас вспоминаю, вот это рукопожатие, это для меня, это самое, потому что некоторые, знаете, ну, боже мой, как это пианист, это же, боже мой, это же надо столько много нот, это столько много там музыки, столько много звуков, играть как это мусорского, как выставки, боже мой, так это надо, это надо иметь, ну, слушайте, это же надо, чтобы рука была, чтобы руки, между прочим, ваши погорелись, это ваши или не ваши? Даже московские. Самые любимые картинки, Ангера Ставичевича, да? Ну так это, слушайте, как это он сидит, как он играет, так это выставки, так это слушайте, ну. И выходит, это некоторые сейчас, вот знаете, Джулиард, это половина Джулиарда сейчас, это с Японии. Ну вы знаете, ну это на самом деле, я понимаю, что не здоровается так, но это хорошо, но чтобы играть на рояле, так надо уметь руку пожать. Это, знаете, вот так как видели, пожатием я лечу людей. И вы поверьте мне, что даже в книге там показываем с Володей, что вот упражнение, это же сам, вы знаете, вот мяч, ну, где-то слышно, где это видно, что когда я показываю, это, между прочим, я во время работы. Когда я показываю мяч музыкантам, так они сразу вот так это, not for me. Почему? А понимаете, это такая с детства, что не дай бог, мяч, это же самые лучшие упражнения. Что может быть лучше, чем упражнения всякие с мячом? Понимаете, я не говорю, что надо скрипачам или пианистам начать играть волейбол. Я не говорю, что волейбол, слушайте, не надо нам уходить крайности, понимаете, но чтобы пианисту или скрипачу не уметь схватить мяч и этот мяч крутить, и чтобы бросать, как это, что важнее скрипачу, чтобы бросать мяч, чтобы уметь руку расслабить, что важнее для скрипача, как правая рука, вот именно, как мяч. Слушайте, это вы, наверное, видели, это американцы, как они играют, как это. Мальчики, как они с этими мячами, как они это же самое главное. Или как это мы показываем, как камни бросать. О, камни, дай бог, ну как это? Ты скрипач, тебе надо идти, тут на речку можно, да, к речке, да? Во время перерыва надо идти и бросать камни, это же самое главное, чтобы научиться. Я прошу скрипача это бросить камни, так он бросает камни. Так как ты можешь играть на скрипке, если ты не можешь расслабить руку? Как ты можешь играть на рояле, если ты не можешь расслабить руку? Как ты можешь играть, если ты все время ходишь и вот так это держишь руки? Я видел, некоторые пианисты ходят вот так это держат руки. Все время играют. Так как ты можешь играть, если ты не можешь расслабить, понимаете? Понимаете? Так что в Америке это очень-очень сейчас в моде все эти клиники. И делать вот эти специальные операции, что это после этих операций, значит, есть еще больше нам работы и прочее, но жалко.
что так делается. Ну, так я уже кончил, и сейчас, пожалуйста, вопросы. А, я хотел поиграть. Ну, я, понимаете, я вижу проблему. Нет, знаете, проблема, я подписал контракт с Steinway'ем. Я имею играть только на Steinway. Если я сейчас играю, я буду платить штраф 1 000 000 рублей. Ну, это много, так я не буду. Немного? Соберете. Ну, понимаете, ну, это моя карьера, понимаете? Так что я играю. Между прочим, вы знаете, кто тут с московской концерта, я еду специально в Вильнюс, чтобы встретиться с Тимофеем Докшицером. Знаете, кто такой Тимофей? Да-да-да. Он там в Вильнюсе? Да-да-да, он в Вильнюсе живет. Он в Вильнюсе, потому что у меня в студию, когда музыканты приходят, я выключаю радио, между прочим. Ну, когда приходят танцоры, так я им даю слушать это Докшицера. Это самый большой для меня музыкант, который учился в московской консерватории. Никого не обидел, никого. Докшицера. Еду встречаться с ним. Так, пожалуйста, сейчас вам нужно. Скажите, пожалуйста, вот в своих методиках лечения, лечебная гимнастика, да, массаж, самомассаж, да, само собой, вы используете вот в том понятии физиотерапию, потому что мы знаем, что физиотерапевтами за границей, кинезотерапевтами называют специалистов, которые занимаются лечебной гимнастикой. И используете ли методы физиотерапии в том виде, в котором используется она у нас? Аппаратура имеется, там ванны двухкамерные, там и таласотерапию. То есть как вспомогательное при лечении вот данных заболеваний. Применяете? Можем вопрос один. Зачем, что за вопрос? Используете ли вы, кроме лечебной гимнастики, массажа, вот здесь в книге только это. Используете ли вы еще другие методы, ну, тот же лазер, тот же биотерапия, магнитотерапия, таласотерапия и так далее? Я лично считаю, что лечение должно быть комплексное лечение. И если после двух процедур то, что я делаю, а что я сказал вам, объясню, что я делаю, не буду повторять, да? Если то, что я делаю после двух процедур нету какого-то улучшения или звука для улучшения, тогда я посылаю этого человека или посылаю, кто занимается медикаментным лечением, или посылаю его к психотерапевту, или очень редко даже иногда посылаю хирургу. Понимаете? Ответил на вопрос? Как? Нет. Если я после... Аппаратуру. Я сказал, что я даже купил, значит, лазера. Да, лазер. Да, нет, ну я купил лазер. Да, я даже, у меня есть магнитотерапия, у меня есть ультразвук токи Бернара, интерференция, у меня есть все это, я люблю. Что, я все сказал, что вы меня не спрашиваете? Пожалуйста. Очень крупных музыкантов, великих скрипачей, такие распространены были увлечения спортом, как теннис или штанга. Как вы относитесь вот к этому? Очень хороший вопрос. Понимаете, самое главное, мне даже, подождите, лет назад она спрашивала, одна пианистка, говорит, а что, одна пианистка, между прочим, с Москвы, она спрашивала, А что вы думаете, вот мне теннис было бы хорошо играть, говорю, ей 22 года, говорю, отлично, если бы начала это в 10 лет, если она начала бы в 10 лет, так это было супер, но сегодня, когда ей 22 года, и начать теннис играть, я бы сказал, что если она только пойдет сыграть с Майктором Аргерих или с Беллой Давидович, это стоит. Ну, с другими пианистами не стоит играть теннис. Потому что это так любой спорт. Не имеет значения штанга. Я знаю скрипачи, которые, лично знаю, скрипачи, хорошие скрипачи, которые занимаются штангой. Я знаю, это не имеет значения. Если начинаешь заниматься в настоящем возрасте, и ты имеешь хорошую, значит, тренера хорошего. Это все хорошо. Спасибо.
примеру сказать, даже без имени. Вот пришел, беспокоило то-то, и вы сделали вот так методически, чтобы вот мы, как, грубо говоря, как пощупали, посмотрели вот вашу методику. Хорошо. Значит, тысячу примеров, но я только вам очень коротко скажу, как я начинаю делать. Когда я вижу, значит, это как сидит. Я стараюсь, чтобы если пианист, значит, так, чтобы он сел. Чувствуешь, чтобы он сел, как... Я смотрю, как его спина, как его шея. Между прочим, есть такая... это я разучил, такая в Америке, в Западе есть такая система Александр Техник. Александр Техник, что они с утра до вечера только и занимаются, как правильно сидеть и правильно ходить. Это я очень красиво, грубо говорю, но это в основном как сидеть и как ходить. И значит, в основном я это смотрю, как он сидит и как он сидит. И я смотрю первое. После этого я смотрю, какие амплитуды движения. Я проверяю амплитуды движения. И я уже тут уже 80% я уже нахожу, что есть ограничение в движении. И самое главное, значит, или движение позвонка, или любого другого состава. Ограничить движение. И после этого, потому что если мы начнем делать упражнения, чтобы укрепить, а у нас сустав, вы слышали лекцию раньше, что самое главное, как двигаются все позвонки. Как двигается? Ни один, не то, что он может руками, это нет у меня такого, что достать руками это самое. Вы слышали, что один позвонок может быть очень гибкий, а другой не гибкий. Это ерунда. Это надо смотреть каждый позвонок, как он гибкий, каждый сустав, как он гибкий. И после этого самое главное, чтобы сделать, чтобы все двигалось хорошо. Только когда все двигается хорошо, стоит обратить внимание сейчас на укрепление. Потому что некоторые сидят плохо не потому, что они не знают, как сидеть, потому что нет, нету хорошей подвижности. Как то же самое профессор Бондаренко сказал, я сказал насчет, почему он меня так это уважал, что один его ученик играл на скрипке. Я подошел, говорю, почему этот мальчик, ему уже страшно болит спина? Говорит, а как это вы голос знаете? Говорю, ну я же видел, как он играл все время, то ему так неудобно стоять, то ему так неудобно стоять, то ему так, потому что ему неудобно, все болит, любое положение. Ну, боль в спине. И так самое главное, ты не можешь стоять правильно, сидеть, если у тебя нет хорошей, правильной подвижности твоих суставов. Я, потому что в книжке тоже я пишу, что не надо быть музыканту, иметь какую-то особую подвижность. Не надо иметь. Надо иметь нормальную подвижность. И даже не надо быть суперменом сильным, надо быть нормально сильным. Понимаете, это тут не разговор идет, чтобы он научился с этим мячом бросать, как этот Майкл Джексон, и как его бросает. И ему не надо двигаться, как этот другой Майкл Джексон, этот, который поет. Да. Но это не надо ему так двигаться. Но ему надо, некоторым я говорю, приходят мне студенты, говорю, тебе надо ходить два раза в неделю в дискотеку. Он так на меня смотрит. Да, тебе надо немножко танцевать, немножко раздвинуться, потому что ты же все вес вот так это. Как это вы говорили, восклицательный знак. Восклицательный, да, восклицательный знак. Тебе надо идти в дискотеку минимум два раза в неделю, чтобы немножко расслабиться и прочее, прочее. Двигаться немножко. Некоторые говорят, а плавание. Говорю, как ты плаваешь? Говорят, ну как это плаваешь? Плаваю, значит, это... Я знаю людей даже, которые доктора защитили про... Правильно. Как правильно бегать. Понимаете? Как правильно бегать. Вот я хожу, говорю, какие туфли ты как? Как какие туфли? Ну это же важно, чтобы у тебя туфли были специально для ходьбы, если ты ходишь. Понимаете? Так что если делать что-то, слушайте, некоторые, знаете, преподаватель на рояле, вы знаете, не всегда выходит пианист, потому что иногда преподаватель это немножко имеет какие-то проблемы. Приемов для освобождения поднятых зажатых плечей пианисту. Несколько приемов конкретных, каких он будет. Окей, ну я вам покажу, я понимаю, что это самое. Но это хорошее здание, это значит.
Я даже ручку купил, чтобы подписывать. Пожалуйста. Специально. Это перо такое. Вы не смейтесь, когда-нибудь это с моей подписью, эта книга с Володи будет стоить, знаете, сколько на бирже? Самое упражнение такое вот. Смотрите, вот став, это как на английском говорится манки, как обезьянка. Медленно, вдыхание. Я чувствую, что моя голова тяжелее и тяжелее. Я чувствую, что кровь пошла в голову, в руки. Вот я чувствую, что я немножко там что-то держит в спине. Я не иду дальше. Я почувствовал, что у меня в спине там что-то держится. Я иду обратно. Я сделал вдох. И сейчас я выдох. А, я прошел эту точку. Прошел. Вот, сейчас я опять чувствую, там где-то в нижнем позвонке мне там что-то зажато. Я решил постоять, подышать. А, прошло. Иду ниже. Иду ниже. Видите, так это даже медленнее можно должно занять. И сейчас я вот хочу немножко, когда уже там нахожусь внизу, да, знаете, в пиджаке я никогда такого упражнения не делал, мне советую делать. И сейчас тут можно всякие начать вариации делать, всякие вариации. Сначала поднимать и опускать голову, поднимать мои плечи, делать всякие движения. Тысячи. Самое главное, чтобы чувствовать удобно, чтобы не чувствовать. Обратно поднимаюсь, смотрите. Моя голова совсем еще там, мои руки там. Я все, моя концентрация на спину. Позвонок я играю на всю гамму на позвонке играю, да? Не арпеджио, всю гамму даю. Я чувствую случай. Ну так, значит, что, сейчас буфет придет? Пожалуйста. Врачи не имеют концы пальцев, или как бы они наливаются свинцом таким. Да. Не имеет, но можно продолжать играть. Но боль в самих пальцах есть. Нарушение кровообращения, видимо. Какие это могут быть причины? Есть ли такой приблизительно такой случай, что мне это слышно, значит, это самое. Я смотрю, что более-менее. Иногда даже я пишу так, чтобы немножко поиграть или что. И если тогда я сразу нервопатологу посылаю. Ну, такие случаи всегда, я не имею проблемы, я лично имею проблемы посылать своих больных другим специалистам. Я лично, и всегда, когда я вижу, что у меня время полгода, месяца, несколько недель, и нет улучшения, то, что мы хотим, я всегда говорю моему пациенту, я и ты, мы оба должны хотеть, чтобы победить свою проблему. И если мы видим оба, что мы не можем побить эту проблему, так нам надо искать еще какую-то помощь. Говорю, иди, иногда я говорю, иди, вот у меня, скажем, есть даже вот эта Таубман такая, мы говорили, что это очень сильная преподавательница, но ее ученики, значит, которые очень занимаются руками, ротейшн, так они, значит, есть такие, которые уже поняли, что и я понял, что если в Америке очень часто, скажем, не как у вас, столько много хороших преподавателей, в Америке иногда он кончил консерваторию по флейте, и он поехал работать где-нибудь в провинцию, даже в Нью-Йорке, но нету достаточно у него учеников по флейте, значит, он берет учеников по фортепиано. Так вы понимаете, потом у этого пианиста руки уже не совсем так, как это...
Да, хорошие, понимаете. Так что я знаю очень много, между прочим, которые с Москвы приехали струнники, они преподают. Программа, потому что это, знаете, это же никто, вы должны знать, что это, чтобы быть, между прочим, врачом в Америке, так надо сдавать экзамены. Что ты кончил школу, это не достаточно сдавать, почти пересдавать экзамены. Но чтобы быть преподавателем музыки в Америке в частной школе, или сам открыть свой студию, тебе не надо никакого экзамена, никакой бумаги нет. Не надо. Понимаете? На такой контроле, кто преподает музыку, в Америке никакой нету. Понимаете? А вот заниматься медициной, немножко есть контроль, я не знаю, что лучше, но там нужно салат, врачу нужно знание. Да. 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 Пожалуйста. То есть, и вот как вы работаете ли психологически с музыкантом, не только упражнениями, но и каким-то настроем таким? Упражнения это тоже воздействует на состояние. Я только скажу вам одно, что я не помню, чтобы я встретил эту связь, но когда у нас есть психологические проблемы, и потом мы зажимаемся, так мы вырабатываем физические проблемы, так потом у нас уже есть две проблемы. Да, надо нам посылать, я посылаю на психологию, но тем самым надо уже, есть уже физические изменения, которые от психологии, а источник психология. Значит, уже надо уже работать на этой энергии. Вы говорите, что ангелия лечится, да? Какой? Ангелия. А, да. Это невозможно. Это невозможно. Есть-то потому, что это должна быть, это должен быть как это... Тим должна быть, чтобы если вы сегодня готовите какого-нибудь музыканта, у вас отделенный музыкант есть, так вы знаете, что должно быть это и преподаватель, и врач, и психолог, но самое главное менеджер. Импресарио, как это говорится. Скажите, пожалуйста, какая команда, сколько человек в вашем центре? Врачи. А это очень звучит так, это есть такое называемое, по-русски тоже есть, part-time, как это называется, которые работают только несколько дней, несколько часов. Есть часовики. В основном у нас центр специализируется на физиотерапию. Люди, которые занимаются диетой или психотерапией, они только приходят на несколько часов. Меня это не интересует. Постоянно они не приходят, но кто входит в команду? В команду входит это самое, скажем, если... По названиям, по головам. Вот, физиотерапевт. Вы. Да. Есть два физиотерапевта, есть один, который очень-очень йогой занимается, очень-очень серьезно йогой занимается. Есть одна женщина, которая, она физиотерапевт, но она и психолог. Психолог и физиотерапевт. Она делает очень много, значит, движения и разговаривает. Есть сейчас в Америке очень мода, значит, это... Ну, это не ново, между прочим, но есть, значит, двигаться и разговаривать. Не только сидеть и рассказывать, что с моей бабушкой было, и, значит, что с моей мамой, как по фрейдизму, да. Но, между прочим, вы знаете, что Фрейд ненавидел Америку, а Америка его очень-очень его уважала и прочее. Так сейчас очень мода, есть новое такое движение в психологии, психотерапии, что разговаривать и двигаться. Так это есть у нас в центре работы, на котором делала докторат, даже сделала именно по этому делу. Значит, двигаться и разговаривать. Она имеет оба образования. И потом есть один врач, который занимается гомеопатией. Это не гимнастика, это другое движение. Знаете, в гимнастике есть тысячу движений, есть тысячу направлений. Скажем, есть в Америке очень... Если говорить общо, все-таки это гимнастика и разговор или нет? Вы понимаете, скажем, есть такой, считай, Фельденкрайс техник. Между прочим, он приехал с России, когда ему было 13 лет. Он поехал, Моше Фельденкрайс, поехал в Палестину. Потом он стал в Англии доктором физики, наук. Он занимался йогой, занимался всем, не имеет значения, сегодня есть такая
техника, которая называется Feldenkrais техник. И вот это, я говорю, что это гимнастика. Это какая-то часть гимнастики. Они говорят, не дай бог, это гимнастика, потому что гимнастика это раз, два, три, четыре. Так это они говорят. Я говорю, что нет, гимнастика это все, что ты двигаешь. Вот. Так если понимаете, в этой гимнастике есть очень много-много направлений. Насчет вот все это Таубман. Когда я разговариваю там с знаменитыми пианистами, то они говорят, да, говорит, она говорит, что она делала переворот, и никто этого не знает и не делает. Но пианисты, которые на самом деле преподают, говорят, да, говорит, это очень правильно, это важно, это движение, ротейшн. Но это не все это, говорит, понимаете? Да. Но это хороший пианист, преподаватель, он знает это. Хороший, хороший специалист по physical therapy, он должен знать все эти вещи. Потому что, когда мне приходит, иногда даже ко мне пришел один с Москвы, такой, что ты делаешь, это ничего не связано с physical therapy. У нас физиотерапевты работают с аппаратом. Я знаю, что, но я говорю, что в Америке, даже если иногда physical therapy ко мне приходит, и приходит часто, так они говорят, это не physical therapy. Physical therapy в Америке, так это значит, ты делаешь, по-моему, ты, у вас машина, как называется по-русски? Механотерапия. Да, механотерапия. И, значит, еще максимум положить тебя или как горячий или холодный компресс, понимаете? Но это правда. Криоконтракт. Да, 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 да. Но это правильно, но это очень маленькая часть. Мне даже, когда ты работаешь на зарплате, не имеет значения, что ты делаешь. Это как-то удобнее положить тебя на это, поэтому это. Мне как-то врач так приходит, он тебе врач не смотрит в глаза и не смотрит в руку, он только слушает, ага, ты жалуешься на это, так возьми это. Возьми еще это, да? Есть такие врачи, нет? Есть такие учителя физкультуры, как я вам говорил, что они бросили мяч и пошли покурить, да? Это учитель физкультуры, который курит. Ты ему жалость нет, он тебе дает это, понимаете, который философия. Кто у вас занимается лазеротерапией? Вот я надеюсь, что я вот разучу, вот сейчас обуревание. Нет, будет в ваших руках? Это я имею право. По закону я имею право заниматься. И иметь помощника, да? Сестра, например. Когда, скажем, если у тебя есть это лайсенс, если разрешение на работу, ты можешь делать все, что ты хочешь, ты можешь взять помощницу даже, можно пригласить, если у меня были деньги, я пригласил помощницу Мадонну. Знаете, Мадонну? Нет, я сейчас не, все понятно. Нет, я не об этом. Вы имеете время на это, кроме разрешения? Время, это от меня зависит. У меня, я вот видите, все бросил, приехал, у меня есть время, это от меня зависит. Заниматься магнитотерапией. Вот если я хочу, почему я не могу? Вот я, видите, это же мы живем в свободной стране, чтобы зайти, и ваша тоже свободная страна. Зайти тяжело, надо было 2 часа сдать в очереди. Но свободное, так то же самое, я делаю свободно, что я хочу. Я хочу, поехал в отпуск, я хочу делать это. Пожалуйста. Извините, пожалуйста. Да. Музыкальный вопрос. Да. Как перед концертом? Да. Очень хороший вопрос. Индивидуально. Очень хороший. А после концерта как снимается? Очень хорошо, да. Очень хорошо по музыкантам я отвечу. Я иногда перед концертом музыкантам специально, они некоторые очень волнуются, так я даю пару упражнений, чтобы отвлечь это психологическое напряжение. Говорю, делай пару таких упражнений. После концерта я говорю, слушай, ты сделай 5 минут, там подождет, очередь ждет, людей все хотят подождать руку, но ты имеешь комнату, так 5 минут, закрой, значит, да, полежи 5 минут, расслабься, потом выйди, тебя будут все целовать, скажешь, что ты работал 2 часа, но ты выглядишь, что ты готов еще играть другой концерт. Не выходи так, это выжатый, как вы говорите, как лимон, да, да, так что это очень-очень важно, и между занятиями, я очень говорю, полчаса занимается, делай такие упражнения, иногда занимайся 10 минут, делай такие физические упражнения. А у вас упражнения. Есть тут эти упражнения? Некоторые есть, некоторые я держу в секрете. Да, вот. Но, значит, очень важно режим для музыкантов отдыха и занятий. Вот у меня студенты просто, да. И мне их тоже надо как-то учить, да. Вот как снимать в них психическое напряжение перед концертом. Да. И знаете, вы будете знать, ну, иногда один такой случай даже одному музыканту, серьезный музыкант, не знаю, как это вышло, но
Вы не поверите, но это правда. Наушники, он слушал этот тикву, как это на тикву, это гимн, израильский гимн. Я вам говорю, он говорил мне, как-то мы говорили, что это его как-то, ну вы знаете, да, что вот это, да, что это его как-то, значит, мобилизует. Это правда, это я не то, да. Что вот это, потому что тиква, израильская тиква, это вообще перевод, значит, надежда. И вы знаете, евреи это молятся уже много тысяч лет, чтобы иметь свое государство. И этот парень, он, между прочим, израильтянин, он не такой как фанатик, он нормальный парень, хороший скрипач, он профессор консерватории, сейчас ему 40 лет. И он, значит, он такой, он говорит, когда я слышу вот этот гимн, этот еврейский, говорит, я, потому что там такие слова, и музыка, это как дворжика там похожа музыкой, да, симфония, да. То, говорит, я чувствую, что меня как-то, потому вот я хочу выйти на сцену, значит, с таким настроением, значит, таком поднятом, не выйти и так это... Ну хорошо, но у нас другая страна, вот как мне со студентами? Ну так вам надо, наверное, Чайковского, вот 1812. А, понятно, Боже царя храни. Боже царя храни. Ну, есть всякие пленки продаются. Да, есть всякие пленки продаются, что я говорю, даже записать пленку. И ты слушаешь на 5 минут, 10 минут, что вот это перед выходом, эту пленку. Никто не слышит, ты сам только слушаешь кассету, да? И ты, или ты там говоришь, или какой тебе голос приятный, не как мой, говори тебе, чувствуй так, успокойся, дыши, думай дыхание. Да. Так что это очень важно, это очень важно. И опять это надо, что для вас, это надо, что в вашей группе был медработник, который занимался. Ну, вот медработник и педагог, это все в одном лице. Это хорошо, поэтому... Микеланджело тоже... Леонардо да Винчи тоже был же врач и художник. Вот Володя, он врач, пианист, он даже любит это самое строить свою дачу. Поедем посмотрим. Пожалуйста. Еще есть такая проблема, когда выходит на сцену перед этим, начинают дрожать руки у некоторых. Вы мне говорите, у меня это было. Нет, я понимаю. Особенно когда, вот, предположим, начинать с пиано нужно, да? Да. Кладется смычок и прыгает, да. Вот у вас есть какие-то рекомендации на это? Одна пациентка, которая 85 лет, она 85 лет, она еще работала, весь день работала. Так у нее проблема кремс, ноги, зажим в ногах. Мизжин. Так она меня мучает уже 3 года. Я уже выплатил квартиру. Значит, она меня 2 года уже мучает, что делать, когда ночью она просыпается у нее. Так я ей уже 3 года объясняю, что у меня что ночью делается, а что ты вечером сделала? Как это говорят, не время, когда хочешь пить, не время этот колодец копать, да, когда идет пить, да, когда хочешь, когда ты жаль, хочешь пить, да. Так это не время, это самое, это что тебе делать, это надо делать до этого, то, что я говорил. До концерта надо делать это. Это надо делать, все время заниматься на это. Это психологическая подготовка. И это нет такого, да, это уже поздно. Так можно могу сказать, окей, for emergency, да, это уже, так старайся, остановись, делай вдох, выдох, на дыхание сконцентрироваться. Но это все должно быть сделано. Это очень серьезно, да, занимается. Оплата. Значит, у вас оплата, вот оказание этой медицинской помощи предусматривают ли страховые компании или нет? Или у вас, учитывая вот профессиональные наклонности обращаемых пациентов, только наличные? Очень хороший вопрос. Или страховые компании идут навстречу? У меня самый уважаемый, самый нужный человек в моем офисе, это женщина, которая вот именно пишет все эти... Бухгалтерка. Ну, ведет это, пишет это... Счета, что я сделал, сколько это стоит, чтобы послать, потому что она тратит все время со страховками, потому что в Америке люди не платят со страховками, чтобы объяснить, что это надо, это медицинская, потому что страховка платит только если это medical condition, что это есть это такое заболевание. И вообще сейчас это в Америке, сейчас я вам скажу, что
уже медицину, не врачи, не врач решает, что делать, а решает какая-то девочка, которая со средним образованием сидит где-нибудь там, это тысячу, она решает, что ты имеешь право делать. Но еще спасибо Господу Богу, есть такие, как я, что я могу позволить, то пусть эта девочка разговаривает с своими соседями, со всеми, с кем находишь. Я с ней разговаривать не буду. И я не разговариваю. И в моем офисе в основном 80% людей приходит, а я говорю, а у тебя есть страховка, это очень хорошо, отлично, вот плати деньги, и ты получаешь это самое, эту бумажку, и ты разговариваешь с этой девочкой. Потому есть две возможности. Или я тебя лечу, или я разговариваю с той девочкой. У меня нет времени и для этой девочки, и для тебя. Понимаете? Так что это страшно, что делается насчет Америки сегодня, что это вся Америка, значит, медицина, это в основном то, что страховки говорят. А страховки – это люди, которые хотят заработать. Да, если, у нас да, специфика. Да. Да, так что, да, да. Ну, я надеюсь, что у вас не будет этого. Уже есть. И в Петербурге нету медикаментов, нет ниток для сшивания, нету на песочной закрыли пищеблок, потому что страховые компании взяли все деньги. Я тут задаю вопрос. Люди просто, они, может быть, еще не совсем сталкивались с этой ситуацией, просто работают в таком лечебном учреждении, где у нас 40 страховых компаний. Да. Добровольного страхования. Это большая разница с... Обязательно. Значит, вот смысл какой? Мы, пользуясь тем, что у нас в стране это пока только начинается, иногда ссылаемся на практику зарубежных страховых компаний. Почему всегда, я задаю всегда этот вопрос? То есть, если ваши страховые компании однозначно по ряду заболеваний идут навстречу, то мы, грубо говоря, ссылаясь на определенные имена страховые компании, начинаем выбивать из наших страховых компаний оплаты от этих ситуаций. Поэтому я их просто спрашиваю, идут навстречу или нет страховые компании, или они все-таки чаще... Страховые компании – это бизнес, бизнес, бизнес. Сейчас даже не придумали новый это такой момент. Так как в Америке сделали последние годы такое исследование, что 70% людей ходят на альтернативную медицину и платят своего личного кармана. Значит, это страховки, видят, они теряют большие деньги, потому что они официально только 2 года назад в Америке начали признавать акупунктуру. Только 2 года тому назад. Мануальную терапию только 5 лет тому назад страховки начали признавать. Понимаете? А мануальная терапия в Америке уже 100 лет. Лазер такого слова нет, это ругательство. Значит, так слушайте, так что они придумали страховки? Они начали сейчас, некоторые страховки, так как они начали делать большую рекламу, что они покрывают альтернативную медицину. Но на самом деле это большими буквами, а потом там маленькими, при таких-то условиях, ты столько, если тебе это не помогло, это то, что человек, который уже купил эту страховку, потому что там написано, что помогает, но на самом деле он платит больше страховки, соответственно, но на самом деле он меньше получает. Это все, значит, как это утянуть денег больше от людей, к сожалению. Так что я вам... Вы врач, да? Я просто для зарубежных компаний заполняю регулярно страховые листы, я знаю, кому оплатили, а кому нет. Это никакой логики нет. Приходят 2 человека, имеет такой же страховка, точно такая страховка, муж и жена. Диагноз тот же самый, лечение то же самое. Одному заплатили $100, другому заплатили $82. Не с кем разговаривать. Вы понимаете? Не, это страшно. Это, ну, вообще-то, это, я вам скажу, что стоит приехать в Америку, посмотреть, как. Я вас приглашаю, я считаю, что это большая страна, есть что посмотреть, там есть что поучиться, но не дай Бог это все скопировать. Никогда не. Потому что я помню еще хорошо, когда говорили, что кубинский балет самый лучший в мире, потому что он взял то, что надо с русского, то, что надо с американского и что надо с французского. Это было такое дело, Алиса Лонсо приезжала, танцевала. Это увидели, да. И когда Майя Плесецкая делала Кармен, тоже говорит, что это самая прекрасная вещь. Понимаете? Так что это очень-очень тяжело, но есть в Америке все, что вы хотите, но есть в таком духе.
науке, что есть очень хорошие вещи, есть и очень плохие вещи. И то, что операцию, которую сделала, это не секрет Нины Ананашвили, как это по-русски, да, на колено, это не секрет, она, конечно, это сделала в Америке. Я считаю, то, что врач, который сделал, так я считаю, что это на самом деле необыкновенный врач, хирург. И только это еще не все, это должна была реабилитация быть. Да, я посчастливилась, что она пошла ко мне, имела удовольствие работать с ней. Но есть все, есть, извините меня, другая сторона, что врач тебе может взять, не только отрезать здоровую ногу, это в газетах пишет, это просто на операцию лёжа ему режет, ампутируют здоровую ногу. Есть и такие вещи, но это уже крайность другая, но вообще-то, конечно, Америка большая, все это хорошего, плохого. Я надеюсь, что у вас тоже большая страна и богатая страна, у вас будет намного больше хорошего, чем плохого. Уважаемый коллега, вы увидите на самом деле, что такое лечение. Завтра все проблемы, завтра медицинские. Сегодня, если кто-то меня хотят пригласить на бал, на партии, пожалуйста, но никакие медицинские проблемы есть. Сталкиваешься. У меня тут пришла какая-то английская корреспондентка, которая сидела, рассыпалась, а поехала, написала там чего-то, какие-то гадости. Доктор, мы хотим, потом мы знаем жажды больных увидеть. То, что я говорю, что мы умираем видеть больных. И вот мы хотим вашим врачам показать то, что мы думаем. Какие-нибудь есть ваши карточки, чтобы как-то с вами можно было контакт поддерживать? Карточки есть у меня? Мы не знали, что нам надо будет карточку, но мы не можем случайно еще. Мы как с вами. Да, я извиняюсь, но есть одна. Я не знал, что надо будет мне карточки. Пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Наши координаты, если вам понадобится. Вообще было бы неплохо иметь какой-то контакт. Вам этот контакт не помешает? Конечно. И нам он тоже не помешает. Вот у вас сейчас есть мои адреса. Сейчас я вам дам все свои координаты. Спасибо. Потому что наши бы хирурги могли бы, вы бы смогли бы где-то, мы бы могли бы вас другой раз до консультации вызвать. Спасибо. Мы могли бы вам и вам дать наших больных когда-то. Спасибо. Посмотреть. Ну, естественно, это уже не так сказать. Потом я думаю... Он ничего не понимает, я должен всем ему сказать. First of the life, this is publicity, you know? Yeah. Maybe first publicity, this is большой театр. You understand, yeah? Yeah. You are very recommended in the world. Yes, I know. If somebody wants to see something, he wants to see the Bolshoi Ballet. Everyone from the West, they want to see Bolshoi Ballet. This is... Not business, this is medical business. Yeah. This is not same, yeah? Yeah. Окей. Я думаю, что он все понимает. Значит, я думаю так, что нам взаимно этот контакт может быть полезен. Спасибо. Тем более, что, допустим, если гастроли будут в Большой театр в Израиле, то, естественно, мы дадим его координаты. Поэтому нам нужна карточка. Если Большой театр поедет в Штаты, как у Хамильтона. Да. Так большой театр приедет, так обязательно. Да, так если у врача, Владимир Васильев приедет, так он знает точно, где мой офис находится. Владимир Васильев, вот больше делать нечего, только заниматься вашим офисом. Этим будет заниматься. Я с японцами собираю деньги. Этим будет заниматься только врач, который поедет из нашей поликлиники. Васильев это наш хозяин. Дмитрий Михайлович. Шмель хотел сказать о том, что Васильев был в его офисе. И только это. Васильев был не только у него. Васильев был в Австралии, в Германии, только в космосе еще Владимир Владимирович. Нет, но я Дмитрий Михайлович, сказать... просто я знаю время наших коллег,
описан. Я их только что первый раз увидел. Поэтому, если можно показать больных, а больных... Мы идем по... Идем по... Хотелось бы, чтобы... Спасибо. Это, спасибо. Да, Тель-Авив, я запишу, что это Тель-Авив. Спасибо. Мы идем сейчас к нашим это больным. Это массажисты, мануалисты, потому что, поверьте, такой красивой работы, какой мы видели вчера, мы хотим, чтобы вы увидели ваши специалисты. Спасибо. Доктор, спасибо. Доктор, вы понимаете все? Я понимаю, что вы... Я вам хочу объяснить одну вещь. Есть такая русская пословица, что-нибудь хорошее. Перед смертью не надышишься. Поэтому как вот за две минуты все увидеть. Да, мне надо, чтобы они знали, чтобы толк был от нашего разговора. Да. Так они мы просто... имели удовольствие очень общаться, мы сейчас хотим... Мы сейчас больные, хотим больные. Больные, больные. Значит, Дмитрий Николаевич, на уланч. I walk. Not right now, not no, not right now. But yeah, you, no, 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 but when you come to Tel Aviv, Dr. Kowalski invites you. It's okay. And if you're coming to New York, okay. I'm happy. If you go here, you have no problem. You call me. I give you now my please. Telephone number. Yeah, okay. It's Pashten Zidish. Yeah, yeah. Are you there at Zidish? Зато священник. Ну, слышите эту фразу? Я имею в виду не медицину, я имею в виду он сам. У каждого своя ниша. Да, да, да. Для всех есть место, а для хороших так вообще... Не создавайте, пожалуйста, нам вот эту атмосферу. Мы все за мир, и больше нам не надо этого делать. Мы дружим, у нас все пойдет, а конкурентов у Большого театра, как Верочка, не будет пока, да? Еще лет 100. А потом посмотрим. И Барышников не конкурент. Конкурент, он вообще-то, он должен где-то тут на столе быть, Барышников. А я с удовольствием, наверное, это восприму. И что-то, наверное, можно будет у них понять. Доктор очень много работает с балетом. Очень много. У него очень много артистов. У него лечился Барышников. У него лечились многие. Василий Владимирович у него лечился в Штатах. Неуспешно. Как это? Неудачно? Неудачно. Он перестал танцевать. Начал быть начальником. Ну как это что? Плохо лечился. Доктор, ну сколько можно? Как это? Ну как, 75? Это гениальный танцовщик, и лучше него никогда не был. Потом появился кто-то, но так, как танцевал Василий, пока никто. Ну, Нуреев, конечно, наверное. Потому просто Васильев, Васильев, он да. Слышит, он уже слышит. Да, 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 да. Не было бы Васильева, не было бы и Баланчина. В свое время. Не было бы кого? Баланчина. Вы не знаете. Баланчинадзе. Как это я не знаю? Дмитрий Михайлович, вы как-то уж очень. Спасибо. Я не очень. Спасибо. Это, кто первый, нам нужен этот первый человек, то, потому что начнем мы работать, чтобы тут разговаривать. Я думаю, что с Верой Васильевной. Вы вчера были в театре? Она вчера играла. Ну, подруга. Какой это был месяц концерта? Да, я играла. Боже, медленную часть. Мы бьюшим, да. Ну, нет. Потом, случилось так, что я не могла дальше долечиваться, меня отправили в Америку. И я месяц без лечения была. Приехала сюда, начала немножко давать нагрузку. Было ничего. Потом я начала учить Рахманинова концерт. Рахманинова второй, она в Рахманинова второй. Нет, Рахманинова тем погоди. И вот на этих самых старых меня начали отекать боль. Хил на фихоте. Вот, мне стали давать лечение, а после лечения у меня какие-то пошли то тут синяк, то здесь синяк. Как мне лечение? Электрофорез. Она делала электрофорез, а? Вот, а потом у меня была аллергия от ранидазы, мне стали делать ультразвук, и стали появляться какие-то синяки. То есть рука так не гнется. И что вам сейчас болит? Что вам сейчас болит? Я не могу вывернуть руку вот так. Не могу вниз опустить. Сейчас я играю, после, и все болит. Жжет вот боя. Здесь. Вы снимки не взялись? Давай. Жжет ладно. Все это вместе уже сколько? Полгода, год? 25 декабря. Все началось после того, когда собака вкусила. Конечно. До этого было я клюнул. У меня нет проблем вообще с руками. Нет проблем. У кого учились на рояле? Я в Петербурге училась. В Петербурге? Вы в Москве, поздравляю вас.
אחרי זה היה לה פה דלקת, היו פה שטפי דם, היה פה הכל, היה פה, היה מלא זה. מה קרה לכלב? Это важный вопрос. Что случилось с собакой? Жива. Собака жива, я жива. Как куда мне ее? Садитесь. В Америке больной удобно, а врач должен мучиться. Особенно в Америке врач не мучится с зарплатой. У вас болит, когда вы тоже не играете? Да. Мома. У меня болит после игры. Начинаем. Когда вы не играете, что вы делаете, вам болит? Ну вот сейчас мне, например, болит вдруг вот этот палец. Согнуть больно пальцы. С картошкой, как у вас дела с картошкой? Можете картошку... Вообще я левша, поэтому я переучилась делать что-то правильно. Я практически не даю нагрузки. А играть левой рукой? Ага, это проблема. Проблема. Потому что если я выйду, мы играть левый, то конечно. Если очень быстро вы говорите. Не буду. Я терпеливый. Шарли Голод тебе шкива. Можете положить. Можно под голову уже положить. Вот, пожалуйста. Мы работаем, если на мизинец, он должен лежать удобно. Это самое главное. Чтобы была релаксация. Чтобы удобно было. Так как удобно, можно расслабиться. Это самое главное. Тянет там все, как будто вот... Замочек, да, может, вот снять компьютер? Да ну куда снять? Вот, это самое главное, чтобы больной расслабился, чтобы удобно было. Потому что если он не расслаблен, что может сделать? Релакс, офи. То, что вам надо свободно. Я знаю, что больно. Я боюсь, что будет больно. Я знаю, что тяжело, когда... Нет, не будет больно. Нет, нет. А видите, это тоже неправильно. Никогда я и вот мох. Это не силой, а только по-русски. Да, головой. Не надо силы. Даже я поняла. То же, как сейчас лезер. Это же не сила, ведь такая. Это сила, но это такая сила, больше умная сила, чем... Это то же самое. Видите, он сейчас смотрит, самое главное, движение. Какое движение там есть в суставе? Видите, внутри сустава. Как там двигается внутри сустава? Вы знаете, там же есть много косточек, да? Восемь косточек. Вот видите, восемь. То же самое между американцев и израильтян. Восемь косточек. Все те же косточки. В израильтян, по-моему, столько молитв, сколько костей, да? Да, вот серьезно? Я была два раза, я влюблена в Израиль, поэтому да. Я... Молятся, они там все молятся. Ой, интересно, что так я никогда не молился, так я не знаю, но вы же знаете. Ага. Вот эти палец. Видите, самое главное, смотрите, как... Но это химиногенет, пожалуйста. Он прав, я тоже не понимаю, как вы играете. Он тоже не понимает, как вы можете такой рукой играть. Дело в том, что мне мой начальник сказал, что это справка, для него не аргумент. Зато это хорошо. Вы ему скажете? Менегел амар, ше зе петах мерофе бешвило зе ло сиба, хи цирха ленеген. Это, знаешь, осталось еще с этих времен. Это на самом деле. Иногда приходит ко мне этот танцор, как Васильев, между прочим, мне сказал. Говорю, Володя, говорю, я не понимаю, как ты сегодня будешь танцевать? Поднимите пальцы, поднимите пальцы, поднимите, и кисть поднимите, поднимите, и держите пальцы, держите, сопротивляйтесь. Это кое? Болит? Болит, Держите. Раскройте пальцы. И не давайте сжимать. У меня не получается раскрыть. Держите так. У меня не получается. Побольше. Шире. Не могу. Шире. Не может. Как вы играете? Ну, я советский человек. Играю. Воспитание советское. Да. Раскрыть. Если не аргумент, значит... Держите сильно, сильно держите. Сопротивление, дайте. Нет, я раскрыть не могу, в том-то проблема. Да, да. Закройте пальцы, закройте. Сожмите. Ну, так. Утром вообще я пальцами другой рукой сгибаю. Ой, я вся мокрая.
Страшно. Нет, вот Хигвар, мы поехали, там. Да. А так хочешь нас Василия, это интересно. Говорю, как это может быть? Говорит, как это говорит? Все болит. Можешь танцевать. Говорит, один раз мне в жизни не болело. Так я так страшно танцевал. Я так вчера играл, правда? Да, так что. Ну хорошо, человек. Ой. Видите, он сейчас пробует внутри. Все внутри, как там эти косточки двигаются? Так это болит очень, а? Да. Как будто ломает. Ну давай, ай! Ничего там не может поломаться, ничего там не может. Еще мачема. Да. А прямо как будто там, что-то как будто там лишнее что-то. Татьяна, вы видите, да? Есть проблема с движением большая, есть проблема с рекомотом, с шрирами. И потому же есть ограничения в мышцах и сухожилиях, да. Очень короткие они. Если он идет так, это также проблема с шрирами, и если я мотаю это отсюда, У него две проблемы, и в суставе, אתה יכול לשים את היד שלך, תשים את היד שלך. אם רוצים, תראה לה שמישהי תשים פה את היד, תרגיש את הקריפיטציות שם, יש... לא מבין מה, אתם אומרים שיש קריפיטציות, שאתה מתפשו את ה... אתה פעם נדיאל לי שם? נו, אתה כבר נדע לגטוב את ספטית? זה צריך ללכת פה על... על כל אחד בנפרד. ничего не будет, все понять, вот это все. Нет, то, что не сломает, я понимаю. И не сломает. Уже не будет. Лучше будет. Ой, конечно. А снимочек последнее время или в начале заболевания? Снимочек свеженький последнее время. Они все кулахем что ли молят, мунот, 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 мунот. Мало ли кулахем сейчас это. Мунот чилма. Ренген чила. А? שינויים, יש שינויים דגנרטיביים כבר, יש שם שינויים של... בת כמה היא? יש שינויים פוסט-טראומטיים של המפרקים. תגידי לעשות ככה עכשיו. יותר חופשי, זה לא לפחד, לא לפחד. נו. יותר קל, נו, תניע, לא לפחד. צריך לעבור על כל אחד מהמפרקים שם. אתה רץ פתאום, אתה רואה, אתה רץ פתאום, אתה רואה, 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 אתה רוא
הם גם עושים הגנה, הם עושים protection על הפרק הזה. בגלל זה, потому что тот один совсем не двигается, так другие тоже его охраняют. עושה protection, וכל השרירים פה מסביב, и потому мышцы кругом уже такие напряженные. וזה מה שעוצר לה את התנועה. потому это держит это движение. מה שאנחנו צריכים לעשות זה הפוך עכשיו. לפתוח את הפרקים מהסוף להתחלה. раскрыть эти суставы. ואז שהפרקים האלה יהיו חופשיים, הספזם פה ישתחרר. будет свободно этот вам спазм расслабиться, если будет ואז יהיה אפשר ללכת עם היד. יש לך עכשיו תנועה יותר טובה מה שקודם. Вы понимаете, вам самое главное суставчик, а потом уже это мышцы и сухожилия. גם זה כבר, כשהיד פה, גם אלה כבר התקצרו, למרות שפה אין לה שום בעיה, אבל זה כבר הכל מקוצר. И после этого уже видите, раньше все уже короче становится. גם זה כבר מקוצר, למרות שפה אין לה שום דבר. כמה טיפולים אתה חושב שהיא צריכה להיות בסדר? לא יודע. היות וזה כבר תקופה ארוכה, זה צריך לקחת איזה משהו בתוך חודש היא צריכה לקבל טווח תנועה חופשי. В течение месяца она должно быть у нее полностью движение и прочее. В течение месяца, в течение месяца должно быть. אפשר, האלקטרותרפיה, אפשר לעשות פה אולטרסאונד על ה... он еще хорошо тут делает אולטרסאונד, אפשר לעשות הידרותרפיה, בתוך כל הטיפולים החשמליים פה הם בסדר, אבל מה שחשוב זה הפרק הזה, פה, זה איך היא קופצת מה... זה המגלמנו את הסוסטפצ'יק. את זה את החרשות אלקטרוליצ'ניה, נו יש לי תוק אלקטרוליצ'ניה, אתה נשאולי פמושת, את התושקה מושת בדבבת. סליז, בדו טראומה, את זה נהיה בלו. דה נהיה, גם שזה נהיה בלו. בדרך כלל בבוקר, יהיה לה קשה. בודו, שדה, כנשנה, נמנוג בודי תשלה, פתאום שאתה... יהיה קשה, כי משך הלילה זה הכל נדבק. потому что все там во время ночи все больше сжимается. После игры как вы чувствуете? Ну, если я заставляю себя играть, мне играть больно. Потом у меня как будто все вот тянет вот это вот прям сюда. Да, это protection, это пол, кола шри. Сегодня вот после как раз вчерашнего спектакля локоть прямо. ואז מתחיל פה, הכאבים מתחילים פה, אתה רואה, מתחילים לאט לאט עם... היא עושה כל מיני פטנטים, זה, היא עושה... אז מתחיל להיות לה כאבים פה, לאט לאט יתחילו לה כאבים פה. רק פליצ'ו ככה, רק פליצ'ו. פליצ'ו של פרטקי? לא. נו, חרשו. תקווי טניס מושת להגרעת. אני עדיין בוח דרעיאלי, זה בלסטי. עם מי יושבת? Аэротерапия пока... Но у нее практически ограничений движений после травмы не было. Здесь были повязки, она улетела играть дальше. Да, да. Ну, мы поняли, потому что она играла. И вот, наверное, надо было лечить, да, тогда. Покой, да, ну, видите, американцы никого не оформляли за две недели, они сказали, что не разрешат на работу. Замен не было. Не было замены, я одна. היא בעצמה גם צריכה לעשות לבד, אז פארו פרשניינים פקשו שתו שוב את סבאלי, אני אלה לה. תראה לה את ה... אני אומר, סדי, תס פשאלה. זה למצוח, לסגור את האצבעות ולמצוח את ה... פארו פרשניינים פקשו, ודימי, תק, את הרוקי, ולשית את הרוקי, תק, יא פקשו, יא, פריטק רוקי, תק, ודילת את הרוקי, ודילת את такое движение, да. Это мне вот для этого? Да, это все такое, вот такое движение, Лиза, такое движение. Все вот скрутили. Да, такое мягкое, но ломает. Медленно, 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 медленно. Потом попробуйте его делать вот так. Вот так. Вот так. Сейчас все делайте правой рукой, тяните правой рукой левую руку дальше. Это медленно, да. Тысячу упражнений. Вы знаете, Goldberg Variation. Да. Вот так вот делайте. Делайте. Окей. Спасибо, потому что мы движение... Понятно. А вот насчет этого вот сустава, кто... Как мне его растягивать? Вот доктор Галина, вот доктор вам скажет, как это. Скажите, пожалуйста, в подобных ситуациях, как вы вообще относитесь к внутрисуставным блокадам, введением кинолога внутри сустава? Ну, не конкретно, допустим, мы не здесь, занимаемся, а вообще. Мы не занимаемся. В принципе, ну, параллельно, если вы направляете, допустим, вот, вы говорите в контакте с невропатологами, с ортопедами. Эхо, и, наверное, зрикот, например, наша нахломенция схема, зрикот. Зрикот, поэн, эн, махтом, лосот, шахтар. Не обязательно здесь, но в подобных ситуациях. Вот ваше мнение... Мештамщим без зрикот. משתמשים בכל הסוגים של הקורטיזונים.
Иногда делаем кортизон. Кортизон. То есть делаете все-таки, да? Ну, кортизон. Это маком, мы что, нахуй, мы стадлим, бихлал ло ласот это. Делаем все, чтобы не делать это. Йодим, что это... После этого бывают гдолот меод. После этого делают большие проблемы. После этого. Да. Он чужой случай в начале, но потом больше проблем. А хомер, потому что кортизон шокеа в тох... Потому что кортизон остается там. Он шокеа, и ахар как... הוא עושה לך כאילו טוב ביומיים הקרובים, אחרי שנה או משהו, מתחילות בעיות כמה. פתאום הוא ראה שבולשה פרובלם, נצ'אלי צ'וס זלות שבתאום ראה שבולשה פרובלם. נובוקאין, it's okay, נובוקאין, נובוקאין זה רק אנטי, אנטי, אנסטטי. אוסטרי, מי? נובוקאין שתולכה בולי אוטלאש. היום לא עושים, אנחנו לא עושים. איגלוקה, אני מניע. איגלוקה, אני מניע. זה חרשו, сейчас играть как? Силой ничего не надо делать. То есть опять же... А я вообще по полу охлоплю, что шумно. Шумно по арбитрам. То есть я могу играть в упражнение? Нет силы. Дехай насот, ло насот, кшименагенет, ло ютер мидай. Да. זה, משתדל להיות כל הזמן עם הזה למטה, עם ה... אני לא יודע, את ה... Все вам хорошо, а лучше всего поехать в Друскенике вам. А я в Израиле могу пальцы качать? В Мертвое море. Тяжело, это очень низко, Мертвое море спускается. А я была там. Иерусалим, я мамела. Просто я могу съездить неделю назад. Ну, супер, да? Конечно. Просто показано ли мне это? Все вам хорошо, но это ничего вам не поможет, если вам не будет делать хорошую мануальную терапию. Вы поняли? Я кол беседы, я кол шо не могу пунктура, шо могу пунктура. Я кол беседы, а вы не ловите мануальные, вы не ловите жутова. Вы поняли, да? Да. Это не продолжать, а надо, надо активно... Нет, я все понимаю, после сегодняшнего... Я бы хотел зорт лома до мануальных, ему для сото лора зорта, не он март, я не помню. Зе мата оси так. Ну, да, да. Это самое главное. Да, да, хочу на сото, самое главное, что же. Спасибо. Очень много лечил. Спасибо. Подарова. Галина Улана, Максим, адрес ли я пою. Нина, да, вот вы должны посмотреть, какие маленькие ручки, вечеринки, какие маленькие. Мы стараемся просто. А Уланова, она еще приходит, она репетирует? Да. А, ей сколько лет? 80. Они мне были, чтобы разгонять, что их большим тишин, да, их есть, а массаж, да, их вот хай. Так эти руки от Уланы прижали. Да, да. Мне ржите, мне ржите. Это не Нет, нет, это частично. Вы помните, не ржите. Извините, это начнем, кто следующий. Вот девочка, это консерватка. А кто вам болеет? Нет, нет. Что вам уже снять? Мальчик. Опять я его позвала, Сейчас вам болит плечо. Плечо. Сколько времени оно уже болит? 4 года. Арбашиним говорит, коев лакотев. Арбашиним говорит, лакотев. Витхил там каха? Как это началось точно? Это началось от неправильной игры. Мне говорили, играй свободной рукой, как будто бы не чувствую руки. Она, тем более, меня не лотова. Потом мы пошли... Но это не сразу день или как? Медленно это началось? Я уже... постепенно, скорее всего, да, для занятий. Есть вот машу, и кое бла, гам в месяц хайом йом, а ракши менагенет. Болит вам, когда вы картошку делаете? Когда я делаю какую-нибудь одинаковую работу очень долго, мне начинает болеть там. Ракши хи оса из вода мемшакет. Акев, акев мемукад ракшам? Только в том. Да, мне делали мануальную терапию. После этого возникла косточка на лопатке, на образовании. Хуже стало? Ну, в общем-то, да. Ахри мануальная терапия хайла йотер гуруа. У меня ощущение слабости в руке, то есть мне хочется все время так вот держать. У меня... В глазах хульша боятся. Отсюда. Mm-hmm. И вот здесь эта косточка, и при поднимании, при любом движении mm-hmm. у меня идет треск. Иначе что матраж школу зманша. Хорек сам. Это мы же мафрия ла, о кэвим мафрия. Это то, что там звук или то, что вам болит? То, что мне неудобно ничего делать, у меня рука слабая. Лоноах, яд халша. Так вы сейчас не играете? Я не занимаюсь, я... Лёма на генетах шам? Я просто работаю в школе. Учите, да? Да, да.
Левой рукой держит эту скапулу, чтобы она не двигалась, и правой проверяет это движение. Акани. И он просит, чтобы только расслабилась она, чтобы она сама не делала ничего. А кеф, что есть ла у байдор, что ла клик это, что ла эфтер усе ла... Где болит там где-то, это двигается, вы слышите... Ло, я сайха лети, ло, релекс, я сайха. Я слышу, как там все хрустит и... Ну, она не болит. Нет, она устает, когда однообразные движения делаю, любые. То ли что-то мою. Не двигайтесь, расслабьтесь. Это уже пенис. Раз, два. Расслабьте руку. תגיד לה להחזיק את היד פה. דרשית סילנה. רגע, תקשיב. להחזיק את היד פה, תגיד לה. דרשית סילנה. עוד תלכאית, דרשית. לא כואב כלום. ניצור יבלית. צ'וט-צ'וט תם. Толкайте, толкайте, толкайте. Давите, я забыл. Руку к животу. Мы ставили крыловидную лопатку, говорили, что новую блокаду хотели сделать, но, в общем-то, я побоялись. Кибла? Не сумасть лосу. А? Новокин лосу. Мануальную терапию вам делали? Нет. Много раз? Да, много тогда, когда не болела. Что это еще правда стало хуже. А тут есть мануальная терапия. Вы, наверное, мануальный терапист, нет? Вы что делаете, какую терапию? Массаж и по травме травматолог. А, травматолог. А мануальной терапии никого нету? Кто делает мануальную терапию? Должен подойти. А так мы же пришли танцоров?